Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на очередной в нынешние выходные прямой трансляции. В матче высшего дивизиона, в 13-м туре которого сегодня встречаются «Интер» и «Легион». Интереснейшее противостояние, в котором одним нужно, наверное, показывать свой максимум и попытаться зацепиться за очки, а вторые, которые являются сегодня несомненным фаворитом, будут играть в свое удовольствие, решая какие-то определенные локальные задачи, потому как Интер уже себе обеспечил математическое участие в борьбе за Еврокубки, за чемпионство во второй части сезона. Легион на самом деле сделал уже достаточно многое для того, чтобы попасть в пресловутый топ-8 по итогам первого круга, но математически, конечно, еще возможен вариант, при котором команда Александра Седова окажется вне верхней половины таблицы. Понятное дело, что в оставшихся играх все полностью в руках легионеров, а сегодняшний матч является самым сложным на оставшемся отрезке из трех игр. На самом деле игр будет всего две, потому как на следующей неделе Легион получит техническую победу над снявшимся с чемпионата «Азимутом», ну а затем в заключительном матче первого круга легионеры сыграют с МЗКП, который также продолжает иметь шансы на попадание в топ-8, но в отличие от «Легиона» эти шансы носят скорее теоретический характер. Что ж, главный арбитр встречи Александр Вдовин уже дал свисток, возвещающий о старте этого противостояния, поэтому не будем терять времени мы с вами и начнем знакомиться со стартовыми составами играющих сегодня команд. Футбольный клуб «Легион», номинальные гости сегодняшнего противостояния, играют легионеры в выездной черно-серой форме. Это связано сразу с несколькими причинами, главная из которых — это, понятное дело, совпадение клубных экипировок, совпадение цветов клубных экипировок, и у «Легиона», и у «Интера» домашняя форма заявлена как красная, и поэтому легионеры по регламенту должны были одевать форму иного цветового сочетания, и понятное дело, что выбор пал на черно-серый комплект, который в последнее время так уже, получается, превратился в какой-то степени домашнюю форму. Возможно, где-то на удачу легионеры играют именно в этой расцветке. А возможно, есть еще и иные причины. Но вот уже не одну игру мы с вами наблюдаем, как Легион в последнее время играет именно в черно-серых цветах. Итак, в воротах Александр Дементьев под 35-м номером. В центре обороны Игорь Дармаков, 77-й. Справа Станислав Мухин, 28-й. Слева Сергей Миронов, 2-й. Александр Седов, 17-й. В опорной зоне капитан команды. Виталий Обласов, 88-й, чуть повыше. Рядом с ним Алексей Лаврентьев, 10-й. На острие Арам Саркисов, номер 45. Что касается Интера, то Нерадзури также традиционно исповедует расстановку 3-3-1, вот только она может трансформироваться в абсолютно любое сочетание, и уже не первую опасную атаку в начале поединка Нерадзури проводит, и не будет первого гола в этой атаке. Казалось, что мяч влетит в собственные ворота после того, как Виталий Обласов там пытался спасти команду, или же это Станислав Мухин был в суматохе, там могу ошибиться и перепутать футболистов, прошу меня простить, но, по-моему, все-таки Мухин там пытался спасти свою команду от гола, и в какой-то степени сделать ему это удалось, мяч попал в штангу и вылетел в поле. Колоссальное преимущество Интера на первых минутах встречи, и это, в принципе, прогнозировалось изначально. Давайте сначала все-таки со стартом, сочетанием разберемся. Сергей Филин, 8-й номер, капитан команды в центре обороны. Александр Филимонов защищает ворота Нерадзури под первым номером. Николай Липаткин, 17-й слева. Константин Кадеев, 89-й справа. Тем временем Интер еще одну атаку правым флангом уже проводит и зарабатывает угловой. Дмитрий Мечков в официальном протоколе матча был отмечен под 6-м номером. Но вот сейчас я вижу, что играет он под 19-м. Здесь, возможно, некоторые разночтения в плане игровых номеров, потому что уж очень много форм у Интера, и на каждой из них есть определенные изменения относительно других. Алексей Аверьянов, 12-й, играет правого
Хавбека, левого Владимир Свежук 90, а, прошу прощения, 31-й и Артак Григорян 77-й на острие атаки. А у нас уже первая замена на 4-й минуте матча. Появляется на поле Вячеслав Андрианов вместо Александра Седова, который с травмой начинал сегодняшний матч, полученный в вчерашнем противостоянии за дубль против Вент-Информа. Но вот не позволила она в конечном счете полноценно помогать своей команде, капитану легионеров. Сразу же попросил он замену, отправился на скамейку запасных. Видимо, даже заморозка, которой воспользовался наставник легиона, не помогла избавиться от болевых ощущений. Вообще у легиона сегодня достаточно кадровых проблем, как количественных, так и качественных. Всего три запасных футболиста заявлены на эту встречу, причем один из них не факт, что сумеет подъехать на стадион. Вот кто сейчас действительно готов вступить в игру, так это Папин Казарян. Сегодняшний матч лучший снайпер легиона нынешнего сезона начинает на скамейке запасных. На его счету 12 забитых голов. И что интересно, в отличие от многих своих партнеров, если быть точнее, в отличие от всех остальных, он-то как раз знает, как Интуру забивать. В прошлом сезоне в играх против Нерадзури легион за два матча забил всего 3 гола. И из тех, кто сегодня в заявке, кто сегодня может помочь команде, и тех, кто забивал в тех двух матчах, это только Папин Казарян. Дмитрий Токарев и Кирилл Сумароков в нынешнем году не часто своим партнерам помогают. Токарев на несколько игр приезжал, а вот Сумароков восстанавливается от травмы и, скорее всего, уже во второй части сезона сможет помочь легиону в борьбе за определенные места. Нарушение правил фиксирует арбитр. Здорово здесь сыграл Алексей Лаврентьев. Свалил на нем Николай Липаткин, не давая возможности хавбеку легиона начать свое наступление. Снова с мячом Лаврентьев. Никто его пока не встречает. Хорошая передача на Саркисова, но здесь не позволили ему добраться до мяча. Еще и Александр Филимонов вовремя вышел из ворот. Мяч в руки свои вратарские забрал. И сразу же ответ Интера. Артак Григорян на ударной позиции спасает свою команду Александр Дементьев. И да, да, действительно прав Александр Вдовин, именно от ноги форварда Интера мяч предела поля покинул. Помогает ему в сегодняшнем противостоянии обслуживать встречу резервный рефери Игорь Елисеев. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Всех действующих лиц на стартовые мгновения матча я вам уже представил. О запасных Нерадзури поговорим, наверное, именно в те секунды, когда они будут появляться на поле. Скажем, что достаточно обширная заявка, впрочем, как и всегда у Интера, но не самая мощная, не самая полная, потому как не все действующие лица нынешнего сезона на игру приехали. Но оно и понятно, ростер Нерадзури настолько великолепен и обширен, что, наверное, на каждую игру собирать оптимальный состав, ну, попросту даже нелогично, потому как в такой ситуации даже и игрового времени всем может не хватить. Ну и еще одно изменение относительно стартового состава. Вот сейчас я изучаю расстановку футболистов на поле. Похоже, что Владимир Свежук под 99-м номером играет, а не под 31-м отмеченным в протоколе. Но вот о множестве формы Нерадзури я вам уже говорил в начале поединка, так что ничего удивительного в этом нет. Атакует Интер, атакует много, атакует разнообразно. Вот сейчас мы с вами и дальние удары в исполнении мастера таких выстрелов Константина Кадеева увидели. Его удар на этот раз не получился точным, прошел мяч мимо створа. Александр Дементьев никуда не спешит, понимая, что сейчас, конечно, первым номером играть легиону несподручно, да и вряд ли попросту Интер позволит. Ну а я поделюсь еще одним наблюдением, замеченным мною на старте поединка. Капитанская повязка легиона перебралась к Сергею Миронову. Похоже, что это означает только один факт. Александр Седов не будет сегодня принимать участие в матче. И Сергей Миронов с капитанской повязкой — это главное тому подтверждение. Таким образом, еще менее
сильной, что ли, заявка у Легиона на сегодняшнюю встречу получается. На поле могут появиться только Папин, Казарян и Иван Нехорошев, если же он все-таки доберется до стадиона на Флотской улице. И учитывая, что отсутствует, например, также в составе легионеров сегодня Павел Андрианов, недавно приобретенный Игорь Сильченко и несколько других важных для команды футболистов, получается, что нужно будет Легиону бороться не только с Интером, но и со собственными кадровыми сложностями. Посему и неудивительно, что стартовые 10 минут у нас прошли при полном преимуществе на Радзуре. Забить, правда, пока Интеру не удалось. Моментов, правда, было создано приличное количество. Сейчас Алексей Аверьянов пробил неудачно со штрафного в стеночку, но продолжается наступление Интера. Перехват в исполнении Вячеслава Андрианова. Саркисов бросает прорыв Лаврентьева, но мяч до хавбека не дойдет. Защитники на Радзуре действуют очень надежно. Миронов играет налево на Саркисова. Еще одна попытка вывести Алексея Лаврентьева на ударную позицию не увенчалась успехом. На этот раз мяч перехватил Александр Филимонов. Ответ Интера, и Дмитрий Мечков оказался на газоне. Виталий Абласов прервал атаку. Хочу я сказать красно-синих, но понятное дело, что Интер — это в первую очередь на Радзуре. Это вот как принято считать, что Милан красно-черный, Интер синий-черный. Но столько много форм у Интера, разнообразных расцветок, что, наверное, даже как-то определенно про цветовую гамму команды Сергея Фильна сказать правильно не получится. Помню еще, когда во времена участия Интера в чемпионате Северо-Восточной лиги доводилось мне комментировать матчи команды, и приезжая на новую игру, никак не удавалось мне даже предположить, в какой именно форме будет выступать дружина Сергея Филина именно сегодня, потому как у нее были комплекты всех топ-клубов Италии. То есть я видел и экипировку Ювентуса, даже с эмблемой этого клуба. Естественно, форма Интера присутствовала. Ну, еще и милановская экипировка также в ростере у команды значилась. Еще одно позиционное наступление команды после розыгрыша стандарта не увенчалось забитым голом, хотя было очень опасно. Это ответ Арама Саркисова, который в одиночку попытался сгенерировать остроту на половине поля на Радзуре, но его тут попросту затоптали и к оперативному простору не пустили вновь. Кадеев, Интер всей командой, за исключением, естественно, голкипера, на чужой половине поля. Ах, какой хороший момент. Здорово от Станислава Мухина отклеился Алексей Аверьянов. Поменялись они флангами на эту атаку с Владимиром Свежуком. А затем вновь вернулся на свой правый фланг Алексей Аверьянов. Еще одна звездочка команды Сергея Филина, но здесь, как ни посмотри, любой футболист — это просто отличное приобретение и отличное дополнение в командный механизм. Понятное дело, что для Интера, как и для большинства топ-клубов Северной лиги, стартовая часть чемпионата была скорее регламентной необходимостью, нежели действительно борьбой за попадание в топ-8. Никто не сомневался, что Интер, ЦДК, Нева, Гефест и Динамо по итогам стартовых 15 туров сумеют забронировать себе место в первой восьмерке. Скорее, борьба вот ввелась за оставшиеся три места в числе грандов Северной лиги. Вот Легион сейчас располагается там с Gold Shark и EPC. По большому счету, если оценивать вот в таком процентном соотношении, то на то, что именно эти три коллектива
к концу декабря займут места с 6 по 8, я бы дал, ну, эдак 85. Потому как всем преследователям, это Энергомашу, который сегодня, кстати, сыграл здесь с ЦДК в ничью 4-4, Биде и МЗКП, нужно отыгрывать уже значительные гандикапы и надеяться еще и на осечки лидеров. Легион вот сейчас в режиме лайв и до начала этого игрового уикенда располагается и располагался на 8-м месте таблицы с 18 зачетными баллами. Понимая, что еще в следующем туре команде запишут технические 3 очка над Азимутом, можно уже 100% говорить, что у команды Александра Седова будет минимум 21 зачетный балл к концу первого круга. У Энергомаша, который имел на игру в запасе, а здесь еще один момент, уже Артак Григорян из выгоднейшей позиции не попадает в створ. У Энергомаша, который до начала тура имел игру в запасе, но вот сейчас по количеству матчей с Легионом сравнялся, в активе всего 13 зачетных баллов. Понятное дело, что также 3 очка за Азимута в свою копилочку подопечные Эдуарда Славинского запишут, но в любом случае нужно еще 4 очка отставания у Легиона отыграть. А учитывая, что Энергомашу предстоят матчи против Невы и, если я не ошибаюсь, Штурма, то здесь получается обязательно нужно обыгрывать команду Валерия Нурова, при том, что еще и надеется, что Легион там вдруг какой-либо сенсацией не разживется. Понятное дело, что сейчас о победе легионеров над Интером речи пока и не идет, но вот ничейный результат даже по такой игре удержать в ЛФЛ можно. Понятное дело, что нулевые итоги, они крайне редки в футболе формата 8-8, но в последнее время все чаще и чаще случаются. А сейчас, к слову, Александр Седов на газон вернулся, видимо, решил попытку номер 2 провести и даже отданная капитанская повязка не может помешать капитану легионеров в сражении с титулованным клубом, который сейчас в атаке. Мишин, удар по воротам. Появился Алексей Мишин в одной из последних пауз, а здесь здорово играет Арам Саркисов. Убегает практически один на один с Александром Филимоновым, но пытаясь оторваться от Константина Кадиева, слишком далеко от себя мяч отпустил и в итоге позволил вратарю мяч этот самый забрать. И сразу же замена у легионеров. Практически ровно на экваторе тайма Арам Саркисов отправляется отдыхать. Вместо него на поле появился Папин Казарян в такой элегантной белой шапочке. Даже не сразу, если честно, вдалеке я его узнал, но по определенным действиям, вот сейчас наблюдая за ним, понятное дело, что это именно лучший снайпер легиона. Тем временем еще одна атака Интера не завершается забитым голом. Пытаются на Радзуре провести все до верного, разыграть комбинацию, чтобы буквально зайти с мячом в ворота. Имеют право себе подобное позволить. К слову, замены были и у Интера. Сергей Сергеев под 91 номером на поле появился, расположился в центральной линии. И еще одна замена под 9 номером. В моем протоколе обозначен Максим Тараненко, но смею предположить, что это Павел Сучилин. Опять же, если вдруг что-то я здесь в цейтноте напутаю, прошу меня, футболистов Интера, простить. Мы всегда, конечно, стараемся отталкиваться от официального протокола встречи, но понятное дело, что вот такие нюансы могут случиться. Мишин из-за боковой вводит мяч на Кадеева, тот бить с очень дальней дистанции не стал, а вот Сергей Сергеев хотел попробовать приложиться издали, но подкат Виталия Обласова не позволил ему это сделать. Вновь комбинацию с коротким перепасом попытались провести номинальные хозяева поля, и вновь все закончилось тем, что Александр Дементьев мяч в свои вратарские руки забрал.
Ну, достаточно быстро себе мяч Интер возвращает. Мишин играет направо. Можно попробовать уже пробить. И здесь уже вовремя Виталий Обласов подстраховывает партнеров. Последнюю секундочку помешал беспрепятственно нанести удар поворотом, по-моему, все тому же Сергееву. И очередной потенциально момент был упущен. У нас тем временем уже 20-я минута встречи подходит к концу. Достаточно живенькая игра у нас проходит, несмотря на полное доминирование одной из сторон. Но отметим, что в своей истории дважды команды встречались друг с другом. И в обоих случаях крупной победы добивался коллектив Сергея Филина. 5-1 и 5-2. Григориан. Не сумел укоротить мяч. Александр Седов выбил у него вместе с помощью Игоря Дармакова в аут. Сразу же попросил замену. Видимо, небольшими отрезками планирует сегодня Седов выходить на поле. Вячеслав Андрианов таким образом вновь возвращается в опорную зонку. Ну а Интер вновь начинает очередную свою позиционную атаку. Здорово сейчас от Дармакова ушел Павел Сучилин. Затем требовали назначения пенальти футболисты Неро Адзури. Говоря о том, что мяч в руку попал. Но лишь угловой назначил Александр Вдовин. Тем не менее, и этот стандарт приводит к очередному опасному моменту. Александру Дементьеву здесь помогла перекладина. Хотя, возможно, это и действительно Максим Тараненко. Возвращаюсь я к все той же путанице в игровых номерах футболистов. Сейчас проверил я еще раз клубную заявку. Да, и даже несмотря на клубные шапочки, есть у меня определенные сомнения касательно идентификации футболистов. Но оставим все эти выяснения до второй половины. Пока у нас по-прежнему на табло горят нули. При полном преимуществе Неро Адзури игра проходит, но Легион старается хоть изредка отвечать контратаками. Получается пока не очень, но и Интер ведь забить не может, несмотря на все свои старания. Понятное дело, что не на полных оборотах действует Неро Адзури. Но, тем не менее, жажду победы, естественно, у команды никто не отнимал. Тем более, после такого легкого группового этапа Кубка ЛФЛ, напомню, что в прошлом году Неро Адзури не сумели пробиться в главный клубный турнир Москвы, оставшись в чемпионате Северной лиги без медалей. И в группе G выступал Интер. Добился 6 побед в 6 матчах, а это пенальти, безусловно. Зацепил Сергей Миронов своего оппонента. И ни секунды не думал Александр Вдовин, прежде чем назначить 10-метровый. И реакция футболистов является лучшей тому, лучшим подтверждением. Сам же пострадавший сейчас и исполнит 10-метровый этот удар. Александр Дементьев занимает позицию на ленточке. Разбег, удар, и 1-0 становится счет на 24-й минуте. Интер все-таки увенчал
собственной спурта первой половины забитым голом. Сейчас будет очень интересно посмотреть на Легион, оборонять там минимальное отставание, наверное, уже нет никакого смысла. Хотя некоторые команды, исповедующие стиль Катеначо, со мной не согласятся. 1-0 это все-таки не двукратное отставание, потому еще и можно попробовать продолжать играть в той же манере. Понятное дело, что Легиону в открытой манере действовать против Интера это смерти подобно. Если уж обороняясь, легионеры все равно позволяют самому сопернику создавать такое громадное количество голевых шансов, то в открытом футболе у Легиона действительно могут возникнуть определенные более серьезные трудности. Вот как, например, сейчас Интер создает еще один момент и дубль оформляет Максим Тараненко. Слишком просто. Сейчас вскрыли Нерадзуре оборону Легиона. И счет становится 2-0. Совсем немного не дотерпел до перерыва Легион. Понятное дело, что тяжело складывалась игра для команды Александра Седова в первом тайме. Но все-таки классный Радзуре значительно выше оказался. Нежели у подопечных Александра Седова, при всем уважении к сражающимся всегда и везде легионерам. Ну, наверное, Легион и не собирался здесь оспаривать превосходство Интера. Собирался попросту показать свою игру, которая порой дает результаты. Например, очень любит Легион обыгрывать ЦДК. В этом году, правда, пока еще сделать этого не удалось. А вот в предыдущие сезоны не раз команда Олега Полтевского страдала от матчей с Легионом. И Папин Казарян там, конечно, выдавал определенные перформансы. Но вот пока в подобной же манере сыграть и против Интера не получается. Попросту и потому, что Интер несколько в иной манере, нежели ЦДК действует. Он играет сам и не всегда позволяет играть своему сопернику. Хороший момент сейчас упускает Владимир Свежук. Отличная передача с правого фланга. Нашла действующего на острие атаки Хавбека в этом эпизоде. Но пробил он выше створа. Саркисов в два форварда завершает первый тайм. Легион на поле и Саркисов, и Папин Казарян. Понятное дело, что Арам будет в подобной расстановке действовать чуть пониже. Дермаков начинает новое наступление своей команды пасом на Папина Казаряна. Тот смещается в центр, ищет себе момент для удара. Сместился уже достаточно в центр, выстрел и блокируется дальний удар лучшего снайпера Легиона. Угловой зарабатывают черно-серый, и Алексей Лаврентьев отправляется его подавать. Полторы минуты у нас остается до окончания первого тайма. Гол в раздевалку сейчас со стандарта очень сильно бы помог Легиону, но его нужно еще забить здесь. Филин первый на подборе.
Еще и мяч остается у Интера. Можно провести свою разящую контратаку. 2 в 2 развивается это наступление. Пас в центр. Еще один момент. 3-0. Вместо возможного гола Легиона мы получаем очередное взятие ворот от Интера. И это Сергей Сергеев завершил наступление своей команды забитым мячом на 29-й минуте. Ни одного гола в первые 23 минуты не пропустил Легион, а затем уже трижды отправился к центру поля. Вот такая неудачная концовочка для Легиона первого тайма. Но опять-таки подобное голевое превосходство назвать несправедливым, но у меня личный язык не поворачивается. Мишин. Есть еще возможность еще один гол забить. И Мечкова пытался элегантным пасом внешней стороной стопы Константин Кадеев вывести на завершающий удар. Получилось чуть сильнее, чем того требовала ситуация. И очередная атака Интера завершилась взятием мяча в руки Александром Дементьевым. Основное время первого тайма у нас уже подошло к концу, но Вдовин, похоже, что позволяет довести эту атаку до ума. Нет, посмотрел, что не собирается Интер во что бы то ни стало завершать наступление ударом по воротам и отправляет команды на перерыв. Что ж, дорогие друзья, отдохнем и мы с вами. У нас есть для этого несколько минут. И затем ждем вас вновь на стадионе на Флотской улице. Завершился перерыв в матче 13-го тура высшего дивизиона, в котором отношения выясняют Интер и Легион. Фаворит, коим являются Нерадзори после стартовых 30 минут игры, впереди 3-0. Благодаря дублю Павла Сучилина и точному выстрелу Сергея Сергеева. И действительно, мои опасения касательно неправильности заполненных игровых номеров футболистов Интера оказались небеспочвенны. Вот сомневался я, что это именно Максим Тараненко играет под 9-м номером, а не Павел Сучилин. В какой-то момент все-таки решил отталкиваться от официального протокола, но вот оказалось, что действительно дубль оформил Павел Сучилин, а сейчас забитый мяч оказывается на счету и у Дмитрия Мечкова. 4-0 забивает Интер, очередной гол буквально на исходе первой же минуты второго тайма, словно констатируя факт колоссального преимущества Нерадзури, долго держалась оборона легионеров, целых 23 минуты, но вот затем дело пошло у легиона в плохом смысле слова, начали совершаться ошибка за ошибкой, началось все с пенальти, который на свои ворота придумал Сергей Миронов. Придумал в том смысле, что правила нарушил. Там еще нужно разобрать, кто именно ошибался в том или ином эпизоде. Так вот, без повтора я сразу же говорить об этом не возьмусь. А здесь еще один гол. Легион привозит сам себе. Не стал Дмитрий Мечков жадничать, отобрав мяч у Вячеслава Андрианова. И отдал передачу чуть левее. Это 5-й уже гол в сегодняшнем матче. И все эти 5 голов были забиты менее чем за 10 минут. Вот такой вот middle крик. Не знаю, можно ли так преобразовать слово блицкрик, но факт остается фактом. Еще одно взятие ворот и еще меньше минуты вновь на это потребовалось Нерадзури. Давайте пробежимся и по стартовым составам, в которых команды вторую половину встречи начинают. Александр Дементьев в воротах у Легиона, Игорь Дермаков в центре обороны, по краям защиты действует, насколько я понимаю, Сергей Миронов и Вячеслав Андрианов. Возможно, именно в этой расстановке Дермаков будет действовать с правого края, а
Андриана в центре. Таким образом, в полузащите у нас играют... А, нет, все в порядке, прошу прощения, конечно, Станислав Мухин на стандарт просто, он отправился в чужую штрафную. В центре полузащиты тогда играет Вячеслав Андрианов, Станислав Мухин играет справа. Чуть повыше располагаются Алексей Лаврентьев и Арам Саркисов, на острие Папин Казарян. Теперь перейдем к расстановке Интера. Здесь также замены произошли. В частности, Артем Ковалев под 13-м номером появился на газоне. Ну а полностью расстановка на Радзоре выглядит следующим образом. Александр Филимонов в воротах у Интера. В центре обороны Сергей Филин. Константин Кадеев играет по одному краю. Николай Лепаткин по-другому, Дмитрий Мечков в опорной зоне, в полузащите. Давайте до конца за это атаку посмотрим, потому как зреет еще один гол, но нет, здесь Дементьев не позволяет Артаку Григоряну, действующему на острие, пополнить свой багаж забитых и пропущенных мячей. Еще один, возможно, даже это можно в сейв записать, правильно занятая позиция, и мяч в итоге вновь в створ не отправляется, отбивается с большим трудом «Легион». Ну и последнее действующее лицо, которое я еще не представил у «Интера» во втором тайме, это Владимир Свежук, играющий слева в полузащите. В атаке «Легиона» поняли легионеры, что терять в сегодняшнем матче нечего, и пошли, что называется, ва-банк. И Саркисов чуть было угловой не заработал. Скользкий мяч выскочил из рук у Александра Филимонова. Нужно теперь легионерам возвращаться назад, но почему-то ни Папин Казарян, ни Арам Саркисов этого не делают. А вот Интер летит вперед всей командой. Передача на вторую линию. И здесь бить уже в одно касание было попросту некому. Но мяч остается у Интера. Дальний удар. Это Артем Ковалев приложился со своей левой ноги. И этот вот великолепный по своему накалу отрезок завершается заменой. Завершается заменой. Которую провели наставники. Но думаю, что теперь-то по большому счету в этом противостоянии все становится ясно. Отыграть 5 мячей у «Легиона» не получится, у «Интера», наверное, ни при каком стечении обстоятельств. А здесь еще раз Вячеслав Андрианов теряет мяч, а Григорян играет направо. Прострел в штрафную и не забивает Григорян с передачи Владимира Свежука, автора еще одного из голов «Интера» в сегодняшнем матче. Должен был сейчас счет увеличиваться на табло, но лучший снайпер «Интера» Артак Григорян, его счету 21 гол во внутреннем первенстве, в створ не попал. Григорян вообще славится своим характером убийцы. Вот именно в таких вот противостояниях нацелен на гол до последнего. И очень много для своей команды он делает. И вот смотрите, вот раз не забил, два не забил. Другой форвард в такой бы ситуации уже мог бы скиснуть. Но это точно не Артак Григорян. Все-таки свой гол он уже заслужил и забивает его на 37-й минуте. Все 6 голов, прошу прощения, менее чем за 15 минут уже в этом противостоянии. Интер забил. И, безусловно, нужно что-то менять команде Александра Седова, иначе дело может кончиться совсем уж неприличным разгромом, которого не было еще в истории выступления в высшем дивизионе у «Легиона» с двузначным счетом. Но Артак Григорян еще больше укрепляется в звании лучшего бомбардира Северной Лиги. На его счету становится 22 забитых гола, при том, что его ближайший преследователь Василий Милентьев в этом туре пополнить свой актив не мог физически, потому как Стелла попросту на игру против APC не приехала. И раз уж мы заговорили про другие результаты тура, давайте расскажу вам, как еще матчи в Северной Лиге в 13-м его туре развивались. Начинался игровой уикенд с противостояния Голд Шарка и
Европы. Голдшарк с трудом, но все-таки достаточно уверенно обыграл европейцев 2-1. Гефест вечером того же дня оказался сильнее Невы. Затем, как я уже говорил, APC не выходил на матч против Стелла, потому как команда Андрея Бороздова на игру не приехала. И Энергомаш сыграл в ничью 4-4 с ЦДК, чуть-чуть улучшив себе шансы на попадание в топ-8, но по-прежнему, напомню, преимущество Легиона относительно все того же Энергомаша исчисляется достаточно солидным гандикапом. Здесь Легион уже провел несколько хороших атак и продолжает наседать на владение Александра Филимонова. Миронов выигрывает верховое единоборство у Филина, но мяч отскакивает к Неро Адзури, и они в свою контратаку устремляются, и Вячеслав Андрианов прерывает пас в штрафную, пошла игра от ножа, Легиону нечего терять, Легион хочет забить гол престижа, Казарян обыгрывает Александра Филимонова, но того подстраховывает Константин Кадеев, который не позволил сразу же пробить Казаряну, и уже успел Филимонов вернуться на ленточку, а затем еще и аут как-то слишком легко легионеры отдали. Ну и еще одна новость, касающаяся Северной Лиги, которую обязательно нужно озвучить сегодня. В раунде стыковых матчей Кубка ЛФЛ, в котором отношения выясняют команды, занявшие вторые места в своих квартетах. Голдшарк в первом матче двухраундового противостояния оказался сильнее 13-го региона. Здесь могу ошибиться с итоговым счетом, потому как последние минуты матча уже не наблюдал, готовясь к этому эфиру. Но, по-моему, Северный клуб выиграл со счетом 3-1 и добыл важнейшую победу в первом матче двухраундового противостояния. Вернемся на поле. Здесь действительно игра пошла живая, и хочет все-таки Легион забить, хоть как-то сгладить это поражение, но сейчас шанс есть отличиться у Интера. Григорян разворачивает Вячеслава Андрианова, получает по ногам и зарабатывает штрафной. Штрафной — это вообще фирменная карточка Интера. Уже столько интересных розыгрышей я видел в этом году в исполнении Неро Адзури, а в этот раз ничего придумывать не стали, просто быстро разыграл Дмитрий Мечков, и в итоге штрафной трансформировался в угловой, и Артем Ковалев здесь его заработал. Ну и, конечно же, мастер стандартных положений Руслан Нахушев сегодня отсутствует у Интера. Забил он красивейший гол в ворота Гефеста. Признаюсь, именно его я лично отмечал в качестве главного претендента на попадание в хит-парад передачи на бровке, но вот итоговое голосование выявило другого победителя. Ну а здесь спасает Дементьев свою команду после удара с близкого расстояния от Артема Ковалева. Вот кого действительно жалко, так это именно Александра Дементьева. Он совершил сейвов столько, сколько Интер и голов-то сегодня еще и не забил. То есть вы сами понимаете, какой колоссальный объем работы провел голкипер легионеров. Но, наверное, все-таки при счете 0-6 говорить о какой-то положительной оценке, ну, все-таки неправильно, когда твоя команда, естественно, проигрывает, а не ведет в счете. У Интера с сегодняшними действиями все в порядке. Филин в атаке. Убирает мяч под себя, под левую. Оставляет пяткой Дмитрию Мечкову. Еще одна передача пяткой. И Ковалев запутался то ли в своих ногах, то ли в ногах соперника. Это не важно. Александр Вдовин предлагает соперникам продолжить выяснять отношения. Крутит карусель вблизи штрафной площади соперника Интер и выбивает мяч легионера в аут. Уже и Александр Филимонов подключается к игре, дабы не замерзнуть. Попросил партнера вбросить аут именно ему. Передача налево. Здесь Саркисов пытается в одиночку устроить прессинг. Помогают ему и Александр Седов. Вот подключился и Папин Казарян. Но достаточно легко. Все равно Интер переходит на чужую половину поля. Скидка Артака Григоряна на Константина Кадеева. В 99% случаев в таких ситуациях Кадеев бьет. Но вот сейчас, играя по счету, пытался разыграть вновь какую-нибудь эффектную комбинацию. А здесь Казарян уже простреливал в штрафную. Хотя, по-моему, Саркисов уговаривает своему партнеру, мол, он бил, а не пытался сыграть на партнера. Но забей, Казарян, в этой ситуации. Поймай на ошибке Филимонова, могло бы получиться очень опасно.
Ну, и, а это уже на самом деле такая фирменная карточка Легиона. Становится, но об этом чуть попозже, потому что Артак Григорян отрывается, а вот Сергея Миронова в численном большинстве атакует Интер, Ковалев, передача в центр, Мячков, ох, не удается точная передача Дмитрию Мячкову, и такое бывает в футболе формата 8 на 8, в таком открытом режиме, когда игра развивается, Мячков вообще это мастер передачи, поэтому вот такие ситуации, если и случаются, наверное, не больше одного раза за игру. Но это фол Саркисова, затоптал он оппонента на дальней от нас бровке, и рефери остановил игру. Чуть больше 16 минут у нас остается до окончания этого противостояния. Второй тайм получается достаточно огненным. Атакуют обе команды. Понятное дело, что у Интера получается куда результативнее. Но такой игрой Легион не подкупать не может. Другое дело, что за игру-то просто так очков не начисляют. А это уже Дармаков пошел в чужую штрафную. Казарян бил в касание. Было тяжело там, конечно, попасть в створ. Но еще тяжелее было вырезать обратный пас на Дармакова. Хотя вот именно с точки зрения геометрии атаки это было бы идеальное завершение комбинации в исполнении Казаряна, если бы передача на Дармакова прошла. Андрианов блокирует удар, но атака продолжается. И заталкивают седьмой мяч в ворота Александра Дементьева на Радзуре. И, по-моему, автором гола становится Артем Ковалев. С моей точки было тяжело разглядеть, коснулся ли Ковалев последним мяча после того, как Григорян там борьбу с Дементьевым вел. Но, наверное, при таком счете авторство гола уже играет далеко не первую роль. Подсказывает мне здесь и наш оператор, что ему тоже показалось, будто Артем Ковалев последним мяча коснулся. И вот сразу массовая замена у Интера, даже Александра Филимонова поменяли наставники Интера. Причем, что интересно, вот в предматчевом протоколе запасной вратарь Эдуард Батыгин отмечен не был, но, насколько я понимаю, это именно он сейчас появился на поле, а кроме того, еще несколько иных действующих лиц мы в игре сейчас увидим. В частности, вот Максим Тараненко, который именно под 85-м номером, а не 9-м в сегодняшнем матче выступает. Разыгрывает мяч вновь. Быстро. Два листа Интера. Дармаков. Пытается здесь Павла Сучилина обыграть, но тот четко действует по оппоненту. И отбирают мяч на Радзуре, начиная свою атаку. Сергеев в борьбе с Казаряном не уступает форварду Легиона. Тараненко. Амбласов его обокрал, ставит корпус. Ищет варианты для продолжения атаки, находит в лице Александра Дементьева. Тот, правда, оказавшись под опекой, ничего придумывать не стал, а просто выбил в аут. Наверное, правильное решение. Придется еще раз повторить процедуру ввода мяча из аута футболистам Интера. На этот раз через дом действует на Радзуре. Ну и Александр Седов зарабатывает для своей команды удар от ворот. Амбласов играет назад. Андрианов не успеет мяч оставить в игре. Вновь аут. Доигрывают эту встречу уже обе команды. Оно понятно. Счет 7-0. Полное преимущество дружины Сергея Филина на протяжении всей встречи. Ни на секунду не позволил усомниться в собственном превосходстве
Интер по ходу сегодняшней встречи. Остается единственная интрига, это какой же будет итоговый счет. Ну, раз есть у нас возможность поговорить о каких-то календарных или регламентных делах, скажу только, что для Интера Легион в концовке первого круга, в концовке стартовой части чемпионата, был самым сильным соперником. В оставшихся двух встречах на Радзоре предстоит сразиться с МЗКП и МСК Европой. Понятное дело, что в игре против МЗКП Легион будет переживать именно за команду Сергея Филина, который, к слову, забивает таки свой гол на 49-й минуте. Сергей Филин, играющий под 8-м номером, делает счет 8-0. Получает удовольствие от футбола. Футболисты в такой красно-оранжевой форме. Но подобный результат для Интера, понятное дело, далеко не в новшество. В нынешнем году 13 мячей Интер забивал в ворота беды. 12 воротов штурма, 16 ворота Пресни. Понятное дело, что 8-0 это далеко не предел для такой великолепной обороны. Ну а Легион, который в этом году проиграл 3-9 Гефесту, похоже, что терпит пока самое крупное поражение в своей истории. И играть-то еще чуть больше 10 минут. Многое может измениться. Я имею в виду, конечно же, счет. Мне вот сейчас стало интересно, поддерживает ли наша графика возможность в поле забитой голы внести двузначный счет. Там, если Интер еще дважды забьет по ходу оставшихся 10 минут, то мы это с вами проверим. Филин разворачивает Вячеслава Андрианова, ищет вариант для продолжения атаки. Эстетская передача пяткой, Дементьев и пенальти. Назначает арбитр. Александр Седов негодует. Похоже, что единственный, кто в составе Легиона сейчас недоволен этим решением. Дементьев на эмоциях выбил мяч подальше из своей штрафной. Но похоже, что вот даже сейчас он сам соглашается с решением арбитра. Ну а Александр Седов продолжает выяснять отношения. Абсолютно точно, это не та ситуация, когда нужно говорить о правде, потому как кроме желтой карточки заработать в этой ситуации что-то еще можно едва ли. 9-0 становится счет, и второй пенальти реализует футболисты Интера. На 52-й минуте это взятие ворот состоялось. Легион продолжает ротировать состав. И Сергей Миронов отправился отдыхать. Вернулся на газон Станислав Мухин. Интер вновь в атаке. Еще одно падение. На этот раз нарушение правил арбитр не фиксирует. Седов, вернув себе капитанскую повязку, возглавляет новое наступление легионеров в этом матче. Мухин. Передача в штрафную. Момент. И забивает гол престижа Легион. 9-1 становится счет. Станислав Мухин
становится автором голевой передачи, но там вот в чужой вратарской мяч подправил таки Алексей Лаврентьев. Это его первый гол за «Легион» в ноябрьское трансферное окно. Пополнил ряды легионеров, экс-футболистов КСП из западного легиона. Вот чуть-чуть удалось ему размочить счет в этом противостоянии. Тараненко идет вперед, никто его не встречает и бьет поворотом Максим Тараненко. 10-1, ошибается и Александр Дементьев, потерявший ворота, и двузначным становится счет. Давненько мне не приходилось комментировать в прямом эфире подобные игры. Полная капитуляция одной из стороны. Десять мячей в высшем дивизионе «Легион» еще не пропускал. Казарян ошибается при приеме мяча. И новую атаку начинают на Радзуре. Пас в штрафную и мимо ворот проходит снаряд. 11-й мяч не состоялся. Дементьев быстро вводит мяч. И Казарян продавливает Алексея Мишина. Удар. И неудачно, насколько я понимаю, попин Казарян. На газон свалился, на плечо. На таком жестком газоне, который чуть-чуть успел подмерзнуть, не мудрено получить травму. Будем надеяться, что удастся форварду легионеров избежать серьезных повреждений. Покидает Казарян пределы поля, оставаясь лежать за пределами зеленого прямоугольника. Ну и Арам Саркисов вместо него на заключительный отрезок выходит на газон. Филин. Филин вот уже и в роли разыгрывающего играет. В центре поля располагайся. Атаку Интер левым флангом проводит. И фол фиксирует рефери. Действительно, здесь опередил своего оппонента Алексей Лаврентьев. Тот был вынужден сфалить. Ну и новую атаку Интер начинает. Вступает в игру Александр Дементьев. Спасает свою команду, в которой в энный раз уже по ходу этого противостояния. Думаю, что сейчас, наблюдая за этой игрой, МЗКП и Европа, готовясь к следующим своим противостояниям, нервно хватается за голову, придумывая, каким же образом великолепную атаку Интера останавливать. Абласов. Неточная передача, недопонимание между Абласовым и Саркисовым. Оборачивается контратакой Интера, которую сам же ошибшийся в передаче полузащитник и прерывает. Ну а у нас остается 3 минуты до окончания этого поединка. Еще один свисток арбитра. Нарушение правил досталось Станиславу Мухину. От Сергея Филина. Как-то слишком расхлябанно доигрывают встречу легионеры. Я могу понять, если сейчас Интер расслабится и позволит себе какие-то
действия, не характерные для противостояния, но Легион-то, уступающий с двузначным счетом, вроде бы должен из кожи вон лезть, чтобы честь сохранить, а вот передачи раз за разом какие-то слишком неподготовленными получаются у футболистов в черно-серой форме. Понятное дело, что раздосадованы игроки. Но вот, например, такие атаки нужно завершать забитыми голами. Но не забивает Саркисов. Голкипер выручает свою команду. И сразу же ответ Интера. Сразу же ответ Интера. Филин уже на позиции центра форварда обосновался. Ну и эта атака дивидендов не приносит. Саркисов на фирменных скоростных качествах отрывается от опекавшего его Сергея Сергеева. Филин. Не проходит передача налево, но мяч отскакивает наилучшим образом. И все равно атака не завершается ударом. Ну а про Легион мы уже говорили. Легион в следующем туре получает 3 технические очка от Азимута. И увеличивает отрыв от преследователей. А в заключительный игровой уикенд сразится с МЗКП. Конечно, для интриги чемпионата было бы классно, если бы эта самая интрига еще оставалась бы на последнюю игру первого круга. Легион остается на 8-м месте в таблице с 18 баллами, но разница, которая до начала тура была минус 7, становится минус 16. Что касается Интера, то команда Сергея Филина опережает в турнирной таблице и ЦДК, который уже сыграл в ничью в этом туре, и Динамо, который позже сразится с МЗКП. То есть в режиме лайфа возглавляет турнирную таблицу Северной Лиги. И по итогам тура ниже второй позиции не опустится. Ну а у нас на этом все, дорогие друзья. Основное время матча подошло к концу. Финальный свисток Александра Вдовина фиксирует мощнейшую викторию на Радзуре 10-1. А для вас эту встречу прокомментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья, и до свидания.